Тольятти Азот не только проектирует собственное будущее, но и помогает сделать это тольяттинцам. Как быть успешным в профессии, открыть свое дело и достойно зарабатывать на пенсии? Узнать это смогут участники образовательной программы «Химия опыта», которую запустил ТУАЗ. Эта программа направлена на развитие навыков у людей старше 50 лет. В связи с увеличением возраста выхода на пенсию у них возникает необходимость продолжать работу, а дополнительные знания и навыки помогут сделать это эффективнее и быть востребованным на рынке труда. А кому-то из участников программы позволит начать собственный бизнес. Химия опыта включает три основных обучающих направления. Участники узнают, что нужно для работы в современном офисе. Для них откроют секреты организации своего дела и поиска на это денег. Все познакомятся с основами английского языка, научатся пользоваться компьютером для решения повседневных, личных и деловых задач. Помимо того, в рамках программы состоятся мастер-классы и лекции от приглашенных экспертов по самым разным темам. Главный вопрос – сколько это стоит? Бесплатно. Точнее, все расходы берет на себя Тольятти Азот, предоставляя горожанам возможность безвозмездно обучиться. До финального собеседования дошло 4 десятка тольяттинцев старшего возраста, подавших заявку. Проходили встречи в Красном зале ДК ТУАЗа. Один из организаторов и лекторов с удивлением отметил, что люди приходят хорошо подготовленные и мотивированные. В моей практике множество таких программ, но в основном они до сих пор были ориентированы на более молодые контингенты, то есть это стартап-тусовки, это создание высокотехнологичных компаний аспирантами вузов, студентами или начинающими предпринимателями. А вот программ, которые бы учитывали специфику возраста 50+, людей там, с большим опытом, которым надо просто немножечко переориентироваться, понять, как меняется жизнь в будущем, там, в ближайшие 3-5 лет, что изменится. И вот я жду, что, в принципе, результат будет такой, что мы будем дружить, это раз. Возможно, мы сделаем совместный бизнес, когда люди начнут. Это маленькая вероятность, я всегда надеюсь, и часто так случается. Цели и причины стать участниками программы «Химия опыта» у всех свои, но все едины в одном. Удивительно, что ТУАЗ предлагает такое обучение абсолютно бесплатно. Что ж, это плюсы социально ответственных компаний для города и его жителей. Можно только поздравить Тольятти. По итогам собеседования была сформирована группа из 40 участников программы «Химия опыта». И так как пенсионный возраст повысился, я испугалась. Тоже думаю, надо повышать свою тоже интеллектуальную уровень какой-то, вот, решила поучаствовать. Целеустремленность некоторых участников программы приятно удивляет. Мне как раз для смены моего рода деятельности как раз необходимо то, что здесь дают. То есть нужно потянуть знания по английскому языку, не хватает базовых знаний по компьютерным программам, таким как именно, не специализированным, а так общим даже, можно сказать, там, графическим редактором каким-то, таких. Вот. Потому что я, как бы мне 47 лет, когда я учился в высшем образовании, то есть у нас этого только начиналось. Обучение продлится 4 месяца, начиная с февраля. Лекции будут проходить дважды в неделю в ДК Тольятти Азот. Занятия будут вести опытные преподаватели из Тольятти и Самары, а мастер-классы – приглашенные специалисты из Москвы и других городов. Все успешные участники получат сертификат о прохождении программы. Старт образовательной программы был дан 29 января. В Белом зале Дворца культуры участники познакомились друг с другом и с преподавателями. Помочь жителям нашего города, да, в том числе и нашим работникам, не только нашим работникам, мы сможем тем, что предоставим им возможность найти себя в этом быстро меняющемся мире, быстро меняющейся экономике, экономике большого количества информации, экономике цифры, экономике новых идей, новых продуктов. И, собственно, обо всем этом и будет наш курс «Химия опыта». Лектор Марина Маркова является бизнес-ангелом, экспертом по маркетингу, бизнес-тренером, преподавателем Московского государственного университета. Но она сама с нетерпением ждет начала обучения. Для многих из них участие в программе означает повышение по карьерной лестнице, возможность устроиться в компанию своей мечты или просто найти новое место работы. Многие из претендентов высказали мнение, что участие в программе позволит им повысить уровень своих знаний, навыков, которые им пригодятся и просто в обычной жизни, в хобби и в работе. Многие из них думают, что время покажет, каким образом и в каких направлениях результаты будут наиболее полезны.
Зачастую в людях старшего поколения за счет накопленного ими опыта зашит большой потенциал для развития, уверена декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса Татьяна Комиссарова. Собственно, для того, чтобы они смогли этот потенциал раскрыть, и создана программа обучения внутреннего роста «Химия опыта». Эту аудиторию нельзя учить элементарным вещам. Это всегда нужно опираться на опыт этих людей, потому что в этом случае у них не появляется комплекс неполноценности того, что они чего-то не понимают и чего-то они не смогут освоить. Опираясь на их опыт, можно объяснить те нюансы, которые мне известны. Это позволит этим людям поверить в себя и добиться очень хороших результатов. Так как мне 63 года, и я уже давно на пенсии, я могу сказать, что я только порадовалась, потому что я считаю, что социальная ответственность крупных российских предприятий позволит поддержать, с одной стороны, их репутацию, а с другой стороны, это большая польза для людей, которые находятся на распутье, им необходимо поверить в себя. Время покажет, в каких направлениях результаты окажутся наиболее успешными, но организаторы ждут, что их инициатива принесет пользу всем участникам. Если первопроходцы поделятся положительным опытом со своим окружением, проект «Химия опыта» может стать популярным событием в Тольятти.